О том, что пропал Влад, мы узнали, это было воскресенье, как раз, наверное, 7 апреля мне позвонила коллега с работы и сказала, что пропал Влад. Вот, в понедельник мы также с коллегами организовали поездку в Демидов. Ну, по прибытию, когда приехали, увидели очень большое количество людей, больше 100 человек точно, примерно, ну, точно не могу сказать. Вот, и поисково-спасательный отряд «Сальвар». Нас, значит, мы становились в такие цепочки, ну, как бы через какое-то расстояние друг от друга, и вот проходили лес. Честно, как бы, что я, что другие люди, которые со мной шли, могу сказать, что это не был просто поход, что все смотрели там, не знаю, о чем-то беседовали или что-то. Как бы все настолько под каждый кустик, листик заглядывали, что действительно, как будто люди пришли, это были добровольцы, пришли, ну, грубо говоря, кого-то из своей семьи искать, спасать там или что-то. То есть настолько все было, как бы люди молодцы, ничего не могу сказать. Также Сальвар, опять же, они нас ориентировали. То есть по карте, значит, они отмечали, какие участки были пройдены, какие не были пройдены. Ну, мы отрабатывали как бы тоже места, где проходили, где не проходили. Вот. В радиусе, конечно, 2 километров я могу сказать точно, что прошли все вдоль и поперек, потому что было все неоднократно пройдено, и как бы большие сомнения, большой вопрос, что столько людей ходило, и ничего, как бы никто не нашел. Никаких даже ну, фрагментов, я не знаю, там одежды какой-то или что-то. То есть ничего, я говорю, мы кучу всего находили, что мы только можно было. Но вот, извините меня, ну, как бы не найти тело, мне кажется, в тех условиях это просто было невозможно, мне так кажется. По поводу того, что как бы тоже удивило, поразило, много общались с людьми. Полиция никак не участвовала в поисках. Если честно, все были в шоке, потому что где это видано, обычно полиция вообще-то как бы первые самые должны и искать, и, ну, как бы никакого участия. Я вот лично я не знаю, кто там кого видел, я ни одного полицейского не видела вообще. То есть это добровольцы и Сальвар, вот, как бы больше я, ну, не видела, честно могу сказать. Ну и как бы по итогу получается так, что тело оказалось совсем рядом, и не знаю, очень много сомнений, и не укладывается в голове, что столько людей ходили неоднократно, и никто не видел и не мог найти, никто действительно запах не ощутил. Ну, то, если честно, полный бред. Ну, вот это как бы лично мое мнение. Я не верю в то, что там тело было вообще.